Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю продолжение сериала «My Little Pony», который называется «Поездка в отель». Давайте начинать. Ой, посмотрите, бассейн с водичкой. Какой он крутой. А водичка хорошая. Значит, каждый день меняет. Если вам нравится такая вода, ставь лайк. Ну что ж, надо искупнуться. Быстрее, быстрее. Ой, наверное, там занято. Здрасте. Добрый день. Можно купаться? Подождите 5 минут. Сейчас мы закончим. Давайте быстрее. Так, так вот. Переворот. Отталкивание. Вот молодцы. Все, выходите. Достаточно. Юная леди, вы можете забираться. Давайте. Уи-ху! Ай, больно. Водички мало было. Какой прекрасный сегодня день. Так, давай вылезаем. Ой, как хорошо. Так, надо вот так немножечко. Ой, все. Так, давай немножечко полежим, пообсохнем. А, пойдем в баню. Там, мне говорят, очень хорошо. Так, пошли. Так, все. Пойду посмотрю. Так, что там делают они? Ой, как хорошо! Вау! Как круто! Ой, так, тут где-то я слышал, матрас есть. Ой, ну не важно, мне и так, в принципе, хорошо. Я могу вот так вот на глубине встать и немножечко полежать. Вот так вот, да. Вот так вот. Ой, как хорошо. Что вы делаете, мадам? Что? Блюба! Держитесь! Хватайтесь! Мадам, я думала, вы утонете, а вы спали. А нельзя спать у нас в бассейне. Я так волновалась. О, я аж сама упала. Слава богу, у меня грима не намочилась. Да, зато вы меня испугали до смерти. Причем в прямом смысле. Если вы не видите, я как бы тут купаюсь. А, простите, я не хотела вас беспокоить, но просто вокруг отеля толпы ваших фанатов. Чего? Они как раз сейчас врываются в бассейн. В бассейн? Да, мы можем вас вывести отсюда, ну или как-нибудь сказать, что вас тут нет. Да. Какая-то незадача получается. Ой, я упала. Миссис, вы где? Я тут. Я ваших фанатов отвлеку. Если что понадобится, говорите. Ага. Так, как хорошо в этой водичке. Так, у меня вся грива мокрая. Шапочку, пойду поплаваю. Ай, мумо. Ай, как хорошо. Ай, пойду еще раз немножечко полежу, а то разбудила. Боже, мадам, вот здесь, мадам, простите, я оговорилась. Да господи, что вам опять надо? Я же говорю, не трогайте меня целый час, я отдыхаю, это непонятно? Простите, ну просто, я хотела вам сказать, через 5 минут к вам должна прийти какая-то важная особа. И вы должны быть одеты там, что-то, не знаю. Ой, да, забыла совсем, у меня же важная встреча. Ой. Так, скажите, я даже не знаю. Короче, скажите, что я скоро подойду. Так, надо уже вставать. Конечно, сейчас, через 5 секунд приду. Так, ключ мой. Так, еще не пришли в мой номер эти, как их зовут, советники всякие. Скажите, пожалуйста. Нет. То есть я в самый раз пришла, да? Скажите, пожалуйста. Да, вот в самый раз. Так, через 5 минут они уже будут у вас в номере. Все, я бегу. Скажите, это кто ко мне должен прийти? Там какая-то, ой, не знаю, пони, очень важная особа, говорят. Если вы ей не понравитесь, то она вас типа уволит. А, да, все. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, это... Когда вы мне ужин принесете? Через час. Все, до свидания. Я иду. Фух, прибежала в номер, слава богу, успела.
положу вот сюда мои ключи от номера. Тебе надо ждать, когда ко мне в номер придут. Проходите. Прекрасный номер. Честно говоря, я удивлена, что вы поселились в президентском номере. Я-то думала, а вы будете в каком-нибудь еще элитней отеле. А в каком была, в таком была. Что вы хотели обсудить? Я хотела у вас обсудить следующий показ мод. Ну, вы поняли. Да. Вы должны выйти в новом наряде. Ну, вот, типа такого вот. Или просто как вот с шляпкой и юбочкой. Ну, это как летняя коллекция, она попроще. Вы понимаете, поэтому я ее и рекламирую. Можно еще вы можете это платье показать, оно тоже очень красивое, удобное для пегасов. Ну, я же земная пони. Это не важно. Ну вот, шапочку я заберу. Вот что я хотела вам, в принципе, сказать. Да. Кстати, я теперь буду с вами в номере жить. Правда, да? А как? Ой, мое колечко. Положу сюда. А у нас же кровать вроде одноместная в этом номере. Нет, сейчас принесут ее. Вторую. Так, вот мне принесли кровать. Надеюсь, вы рады, что я буду с вами. Безумно рада. Но почему она? А не обычная пони. Вы что-то хотели сказать? Да? Нет, конечно же. Ладно. Пойдешь со мной в теннис? Я даже не знаю. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. И подпишитесь на мой канал. Продолжение следует.